Привет всем нашим трейдерам и участникам сообщества. Посмотрим, как же прошла очередная торговая неделя нашего комьюнити. Привет всем нашим трейдерам и участникам сообщества. Посмотрим, как прошла очередная торговая неделя нашего комьюнити. Главная девушка июля найдена, ею становится украинка Миллиан. Девушка просто покорила организаторов и комьюнити своей обаятельностью, харизмой и интересными статьями. Теперь мы с июль может собираться в сказочное путешествие в Женеву. Миллиан становится одной из 12 претенденток на корону и титул Мисс Дукаскопи 2016. Пожелаем ей удачи! Также организаторы конкурса «Мисс Дукаскопи» дают дополнительную возможность получить еще больше социальных баллов. Все, что нужно, это просто пригласить своих подруг зарегистрироваться и стать участницами нашего состязания. За каждую девушку, которая пройдет модерацию, ты получишь дополнительные 20 баллов. Конкурс «Стань моделью» подошел к концу. Финалисткой стала участница Анна Вер. Однако девушке не удалось подписать контракт с мировым модельным агентством. Может, потому что он ждет именно тебя? Не забывай, что конкурс для моделей будет проходить на регулярной основе, а участие в нем может изменить твою жизнь. Следи за нашими обновлениями. Хочу также объявить результаты Женева Fashion Award. Победительницей стала дизайнер Жюли Флора. И хотим также поздравить дизайнера Натали Лескова. Она набрала большее количество голосов в социальных сетях. Результаты конкурса копировальщиков сигналов также уже на страничке. На первое место вырвался трейдер из Индии и его приз $1000. Желаем ему дальнейших побед в наших конкурсах. На второй строчке рейтинга расположился трейдер из Украины. Ему удалось выиграть $800. И заключает тройку победителей конкурса копировальщиков сигналов Фетти с призом $600. Становитесь успешным инвестором, копируя сделки лучших поставщиков сигналов и выигрывайте с Дукаскопи банком. Торговля может быть веселой и социальной только на dukascopy.com.